Игорь Овсейчик, волшебник из города Астана. Я сейчас нахожусь тоже в Кургане. Классно провожу время, классный город. И я могу показать один хороший фокус для всех жителей Талдыкургана. Сними, пожалуйста, сверху. Аккуратно снимай. Колода карт, я перетасую аккуратно и 4 карты достану. Это 1, 2, 3, 4 разные карты. 4 разные карты, это 4 туза. Я их уберу аккуратно в карман. Здесь у меня все карты разные. Я сейчас аккуратно сделаю так. Валет пики исчезает. И вся колода у нас исчезает с одной и с другой стороны. Я покажу ее. Пролистаю аккуратненько. Четыре туза, которые у нас в кармане лежали, они тоже потихоньку белые становятся. Но это все временно, если мы чуть-чуть подождем, снова появляется один, второй, третий, четвертый туз. Вся колода у нас возвращается. Я аккуратненько. Вот так вот, друзья. Город Талдыкурган.